Сотрудники Владимирской ГИБДД преследовали автоугонщика из Ярославля. Чтобы остановить мужчину, пришлось применить табельное оружие. Известно, что ярославец тормознул попутку автомобиля «Лада Самара» и попросил довести до села Гаврилов Посад. В пути он приставил 20-сантиметровый гвоздь к шее водителя. Тот, к счастью, сумел остановить авто, убежать и обратиться за помощью к сотрудникам ДПС. В итоге за ярославцем устроили погоню. На машине он постоянно пересекал встречную полосу, приезжал на красный свет, врезался в одну из патрульных, а потом и в гражданскую машину. Чуть не сбил нескольких пешеходов и инспектора. Полицейским пришлось стрелять. 2 раза в воздух и 12 по колесам «Лады». С пробитыми колесами машина съехала в кювет. Угонщик задержан.